Итак, добрый день, дорогие друзья, с вами я, Глеб, и мы сегодня продолжаем играть в Metro Last Light. Как вы помните, в прошлой части Аню схватили, и так получилось, что нам пришлось идти добираться по старым церковным подземным тоннелям. И вот сюда мы как раз пришли, и как видите, красный какой-то вирус тестирует. Ну и расстреливают местных людей. Ой, местных людей, местных жителей, извините. Сказал как-то неправильно. Есть, товарищ лейтенант! Так, ждем его, пока он там разберется со своими проблемами. Вот козел. Ну, я, конечно, понимаю, что начальство не сахар. У всех такое дело, но... Сам пойми. Так, ты иди. А я быстренько так, оп. Свет. Так, тут пусто. О, патрончики. О-о-о-о-о. Так, иду неправильно. Ну-ка, друг, ты куда идешь? Прям сюда, да? А мы сейчас тебе так подойдем. И вот так тебя. Опс, прячемся. Все. Обыскали чувачка. Выключаем свет и смотрим, что тут. Так, патрончики. Это хорошо, потому что у нас сейчас с патронами немножко напряженка. Сами помните, как мы их дружненько так расстреляли в прошлой части. Так, иди давай быстрее. Сейчас мы выключим свет. Свет! Во. Блин, тут... Этот чувак меня немного тревожит. Блин. Блин. Тут как-то надо через это пройти. Можно, как всегда, подождать, пока он сюда придет. Мы его тут оглушим. Пойдем сюда. Этого оглушим. Оглушим. Ну, в общем... Так, стоп. Еще этого. Во. Все, тут главное просто сейчас грамотно все сделать, и тогда мы пройдем незамеченными и даже потратим, наверное, ни одного патрона. Но это если повезет, конечно. Давай, иди сюда. Давай, иди сюда. Так, вроде бы идет. Давай, неси свой ящичек. Так, оглушение. Все, прощай, брат. Что за хрень? А, блин. Похоже, они что-то начали подозревать. Где он там? Каски стальные. 6 штук. А? Привет. Противогазы. 17 штук. И один удар. Вот все. Расчет окончен. Или что он там делал? Инвентаризацию проводил? Возможно. Так, здесь есть что-нибудь? Нету. Так, в какую сторону мне идти? Что это, кстати? Какой-то ящик. Чего он его... А, понятно, да, это шкафчик какой-то. Так, вот как через это пройти? Смотрите-ка. Так, о! Забираем. Так, видит меня он или нет? А еще тут внизу. Черт, тут либо стрелять сейчас надо, либо опять попробовать по-тихому. Ну, ладно, давайте-ка посмотрим, как получится. Так, смотрим это место внимательно. Потому что мало ли здесь чуй... Опа, растяжка. Тебя обезвредить никак, интересно. Ладно, через это пройти можно? Не свалившись в воду. Можно. О, все. Так, надеюсь, больше растяжек никаких нету. Вроде бы нет. Так, стоп. Где мы видели растяжечку? Так, что у нас тут в карманцах? Колец нет. Жаль. Что жаль? Ворюга. Что-то они все нищие какие-то. Смотрите, мародеры тупые, а? О, мародерище. Да что за невезение? Опять пусто. Че его оглушить не могу? Что за... Насрать. Иди сюда. Блин, че его оглушить не мог? Что за бред? Потери! Вот он! Да пофигу уже, знаете. Так. Ну иди сюда, да. Все.
Не хотел убивать, но вы сами виноваты. Зачем вы сюда ко мне прям полезли? Почему? Почему я его не мог оглушить? Вот, вот, сами понимаете. Так, здесь ничего? Нет, ничего. Это печально. Здесь ничего. Фильтр. Здесь штаны. А нет, ничего. Патрошки. Здесь что-то тоже. Патрончики какие-то. Так. Блин, ну почему я его глушить не мог? Ладно, лучше бы я его ножичком. Ножичком так взял. Чик. Метательным. Кстати, там, помню, кто-то был. Сейчас полезем, посмотрим. Не, никого. Видать, я все-таки опять, видите, не посмотрел внимательно. Не нашел правильного хода. Ну, вот и получил свое. Ну ладно. Что это было? Звук какой-то странный. Ну ладно. Так, это обыскали. Этого обыскали. Этого не обыскали. Очень обыскали. Всех обыскали. Да, вас тоже, я смотрю, не густо, товарищи. Товарищи. Так, нам сюда. Нам сюда. Так. Блин, я не хотел открывать дверь, я хотел посмотреть. Ох ты ж. Так, минуту. О, тихо-тихо-тихо-тихо. Артём, одевай газ. Газ-маск, чуть не сказал. Ну, газ-маск это на английском противогаз, как знаете. Блин, я хотел фонарь теперь зарядить. Уж извинитесь, я туплю немножко, просто так бывает. Да, посмотрите, что они сделали с этой бедной станцией. Ох ты ж, ёлки, не, фонарик надо выключить. Здесь не пройти? Ох ты ж, ёлки. Вы посмотрите, как тут все ужасно. Что тут? Капитан Ржавин зацепило. При попытке штурма кольцевой. Преследовал зараженных. Открытая рана. Брюшина. Да. Прогноз, капитан, неблагоприятный. Думаю, вы понимаете, что придется сделать. Что? Усыпите? Я вам что, псина подзаборная? Я боевой офицер. Пулю хотя бы. Ладно, капитан. Ух ты ж, ёлки, вы это видели? Твою дивизию. Не, знаете, что-то с этим вирусом не то. Свет. Так, капитан. Ух, нифига себе, вы посмотрите на его лицо. Да, вирус этот. Точно с ним что-то здесь не то. Так, куда идти-то? Что это за кровь? Или это не кровь? Что это? Что? Не включай мне тут свет, блин. А, что? Вы это видели? У Артёма что, три руки? Похоже, мы тоже заразились. Что это было? Дурацкие баги. Из-за дурацкого стола я еще пройти не мог. Так, в какую сторону мне идти? В ту. Вот и ладно, не пойду я в ту. Точнее, наоборот, я пойду в ту. Не пойду я вон в ту. Так, здесь тоже кто-то есть. Выключаем свет. Ого. Вы посмотрите-ка на это. Канистра. Угу. Черт. У этой вообще пусто. Ковыряешься тут. А толку? А толку? А толк их вообще грабить? Что? Кто-то... Так-так-так... Блин. Хотел ножичек бросить. Кстати, давайте-ка сразу ножи поставлю, а тут мину эту поставил. Так, как ее забрать? Во. А то она вообще не в тему. Не вписывается, так скажем. Так, что-то мне эта мелодия не понравилась. Так, это кто? Нельзя посмотреть. Жалко. Хотя вряд ли бы мне это что-то дало. О, патрончики. Так, а куда это я пришел? Похоже, опять я не туда повернул. Да, опять война. Ай-яй-яй-яй, я дурак, надо было выйти сюда. Что это было? Вы это видели? Что это за хрень? Ой.
Так, не то. Отлично поработали. Теперь задача. Э? Обработать второй Слушайте. Сектор станции. Шу. Выполняйте. Вроде. Есть. О-оу. Так, сколько у меня времени, интересно? С недосыпа и не такое чудится. Ждем, пока они уйдут, а то тут... Так. Вот и как мне пройти туда? Кстати, а куда мне именно? Куда мне именно идти, я не понимаю. Что? Что? Что они делают? Так, кстати, надо фильтр сменить. Так, забираем все, что есть. Кидаю зажигательную! Да вы бросаете зажигательную. Вы что творите, ребята? А, ну, почти. Еще бы чуть-чуть и в меня попал. Так, сидим. Сидим, ждем. Вот так делаем. Минус один. Минус второй. Минус третий. О, огонь! Или это нормально? Ой, не ту кнопку нажал. Еще этот. Да, стелс у меня так себе. Сами видите, но я стараюсь, как могу. Ого! Как они его ухандохали. Так, что здесь есть? Хм, маску нельзя обменять. Ну, точнее, какую маску, блин, противогаз. Нельзя. Да и не надо. Так, там впереди, что ли, кто-то? Сейчас посмотрим. Не, вроде бы никого. Так, куда мне именно идти? В ту сторону. Хорошо, только для начала. Так, это где они там смотрят? Блин. Ну-ка, а пройти не могу незамеченным. Так, вроде бы не видят. Ладно, давайте-ка попробуем пройти. Пройти. Получится, не получится. Увидим. Здоров. Здоров. Ах ты ж! Тихо. Друг. Так, стоп. Это я опять туда вернусь. Не, знаете, надо все обследовать. Потому что тут, видите, есть какие-то полезные вещички. Ламочка. О. На этом этаже Пойдем, есть кто? Обязательно. Так. Так, темнота, друг молодежи, не забываем. В темноте не видно рожа. Может, ушел? Так, новая заметка. Так. Почитали, типа. Так, что это? Эпидемия. Да ладно. Нет, сюда я прыгать не буду. Меня что, нашли все-таки? Как? Как? Ищем его! Они меня ищут, еще все нормально. Все. Я им даже сигнал подал, но, похоже, они даже это не могут сделать. Ох ты ж. Вы посмотрите, как это. Найдите, найдите. Только попробуйте убить еще. Я вам так... Я вам покажу мастер-класс. Стрельбы из этого, из автомата. Так. Ладно, надо спуститься. Где там мы видели спуск? О. Так, это куда я вообще попал? О, тут фильтры. Хорошо. Что-нибудь еще есть? Что? Биологическая угроза ввиду вирусной эпидемии. Да, фигово. А вот куда мне идти, вот я не знаю. Эй, Контра! Сдавайся! Гарантируем тебе суд! По законам революционного времени! Ты гад! Да, я гад. Ну, почти стелс получился у меня. Что уж тут поделать? Так, быстрее меняем фильтр, а то он там, слышите, как задыхается. Так, забираем все это дело. Идут сюда, нет? Никуда не денется, найдем! Не идут. Ну, дружок. А тут? Дружок, дружок, ты немножко не все правильно понял. Так, я вообще правильно иду? Вроде бы правильно иду. Хотя
Я могу, как всегда, ошибаться. Ой, блин, ну тут огня, конечно, слушайте. Это чё же они так все? О! Давай, кошмар. Спецоперация проходит по плану. И будет завершена в течение часа. Ну что, эксперимент прошел успешно. Блин, я не могу туда войти. Надо доложить генералу корпусу. Спускаемся. Так точно. Что это? А, это фонарь. А что за девку повели? Да это Лесницкого бобец. Ну типа заложница для переговоров с орденом. Хотя, знаем мы эти переговоры. Ха-ха-ха, смешно. Смешно. Ничего, Аня, спасу тебя, всех спасу. Ну не капитан Артем, а... Артем спешит на помощь. Размяться бы. Размяться бы. Да тебе не размяться надо, тебе надо сейчас... Блин, как тут пройти, а? Если он меня не видит, я не понимаю. Вот так тебе. Чего? Ну что за жизнь? Что я сделал? Ага, я потушил свет. Так, идем. Что это за звук? Что это за звук? Сейчас мы плеваны. Дрянь какая. Так, куда идти, куда идти? Вроде бы туда. Но мы пойдем наверх. С мертвыми лучше работать, чем с живыми. Так, не знаю, повернется, нет. Так, нет, не повернется, я думаю. Идем, идем на него, на него, на него. Что за хрень? Да, это было довольно забавно, ребята. Сами видели. Так, самолетики всякие. Так. Тут что, кто-то еще жив? О! Что это было? О-оу. Ты, товарищ-то, это... Повернись и удивись. Ну-ка, а что тут? А, кассету не прослушать. Ой, не прослушать. А, все. Слышим музыку. Вспоминаем старое доброе метро. Оу, щит. Быстренько пробегаем. Что это было? А, ладно вам. Опа, опа, опа. О, черт, черт, аптечка, где моя аптечка? Слушайте, что-то как-то все обвалилось не вовремя. Дурень. Без маски. Точнее, без противогаза. Господи, почему я этой маской называю уже? Бред какой-то. Так, куда они там стреляют, я не знаю. Но иду я тоже неправильно. Так, кстати, давайте-ка перезарядим ее. О, фильтр. Так, ладно. Нам не туда. Нам куда-то туда. Ой, блин, знаете, тут все горит так, как, не знаю, как новогодняя елка. Можно попробовать пойти сюда. А! Оу! Я в ловушке. Если не иначе выразиться. Так, прячемся. Забираем все, что можно. Блин! Только сейчас увидел его здесь. Оу-оу-оу, где они? Ну, давай, постреляемся. Только я сейчас сдохну, чувствую. Как ты прошел? Там же это... Стена целая огненная. Как вы проходите через это, а? Там же целая стена. Да елки-палки, с двух сторон. Знаете, даже... Вот так делаем, и теперь... На тебе. Так, кто там стреляется? Я не вижу. О, сейчас как раз еще одну бросим. Вот тебе. Да блин. Я даже не вижу, откуда там стреляют. А, вот, вижу теперь. Дурни, дайте-ка мне уйти с миром. Так, быстренько все собираем. О, ты где? А, вот ты где. Что это значит? А, это фильтр, значит, надо менять. О. Так, куда дальше-то? Здесь ничего... Оу-оу-оу-оу. Так, похоже сюда. Или нет? Или да? Или нет? Слушайте, здесь заблудиться вообще... Легко.
А, вроде бы сюда. Да, сюда. Ну, сейчас. Приготовимся и... Понеслась. О-о. Тревога! Так, вперед, вперед! Не дергайся, а то глотку ей перережу. А сохранение было? За Аней, значит, пришел. Герой. Ладно, герой. Предлагаю сделку. Снимай противогаз. И я ее отдам. Считаю до пяти. Так что мне снимать? Не надо! Он все равно меня убьет, он уже предавал нас! Ну, попробуем. Оу! Я спас. Зачем? Зачем ты это сделал? Скорее! Надо успеть! До кольцевой! Я думаю, что я сейчас сниму и его убью. Там Ганза! И наши! Слушайте, ребята! Сейчас только задохнуть! Не хватало! После такого... Да... Трындец. Что ж здесь происходит? О-о-о. А, я все-таки выбрался. Почти. Это кто? Они могут быть заражены. Черт, это же рейнджеры. Я здесь. Это кто? Они же без масок. Противогазы, скорее. О-о-о. Что за бред? Да. Головоломки сходятся, выстраиваясь в картину. Кошмарную и невероятную. Я рассказываю об этом другим, но сам не могу в это поверить. Красные заразили Октябрьскую. Мирную станцию, жители которой ни о чем не подозревали, неизвестным, страшным вирусом. А потом их ликвидаторы вошли туда под предлогом спасения станции от эпидемии и методично уничтожили всех, до кого сумели добраться. Женщин, детей, стариков. Якобы для того, чтобы избежать распространения инфекции. И если все это правда, то и я, и Аня могли заразиться. Нас спасли, но мы не знаем, выживем мы или нет. Да. Беда. О. У меня такое предчувствие, что скоро все кончится. Эта война, нам ее не пережить. Никому. Да, печально все. Это так жутко. Вдруг чувствуешь, что ты одна во всем мире. Вокруг нет ничего, пустота, холод, кладбище. И твоя жизнь просто искра от костра. Вылетела и через секунду погасла. И ничего не останется. Хочется почувствовать себя живой. Так, здесь комментарии излишни. Прикоснись ко мне. Интересный поворот. Да. Ну что ж, никаких симптомов не проявилось. Поздравляю вас, молодые люди. Вы, Артём, можете идти, а вот с вашим Аней ранением мы еще не закончили. Так что задержитесь на пару дней. Слава богу. Да. Слушайте, ну это, конечно, интересно. Так, а что дальше-то делать? Так, планшет. Встретиться с Ханом. Так, с тобой можно поговорить отдельно? Нет, нельзя. Так, иди сюда, доченька. Они что, заражены? Не смотри. Что там, папа? Что? Что там? Ничего. Все хорошо, все хорошо. Ты не смотри только. А когда мы домой пойдем? Скоро, совсем скоро. Чуть-чуть осталось. Да, они все-таки заражены. А где мама? Куда ее увезли? Мама домой уже пошла. Скоро мы ее догоним. Понятно. Понятно, как они ее догонят. Я соскучилась. Скорее бы. Чуть-чуть осталось. С
совсем чуть-чуть. Да не может быть, не может. Оставалось еще минимум две коробки. Что происходит? Думаешь, сколько его за дежурство уходит? Слушайте, ребят, ну вы сами видите, какой тут кошмар происходит. Точно, из восьмого. Семецкий, да. Это Юрка. Юрий Семецкий? Вот так, так. А говорил, мол, не дождетесь. Не, нам туда лучше не идти. Так, закрыто все. Да уж, сами видите, что тут происходит. Кошмар. Не разстроиться. Да. Лучше отсюда свалить. Так, куда? Вперед. А если туда пройти? Ого! Не стойте, здесь опасно. Да, тут жарень, я вижу. Прям. Ох, не, лучше уйти. Да. И не видеть этот ужас. Хотя. Я совершенно здоров! А вы меня тут заперли! Да еще с трупом! Интересно, а кто нас тогда на Ганзе спас? Да. Эй! Хоть его-то уберите! Вы что, заразить меня решили? Кого его? Вы что творите, ребята? Что теперь делать? Что делать, доктор? Да, безнадежно все, безнадежно. Палаты здоровым нельзя. Идите через лабораторию. Иду. Значит, про перчатки и маску я вам больше не напоминаю. Да-да, это я знаю. Очень так, хорошо. Нам туда лучше не идти. Дальше измерение температуры каждый так, час. Нам туда надо, типа. Все вещи сдать. При о! Барахла за среднее значение, если нет рядом, не что, не включается? Это ничего. А нам паковать. Это да. И чего их паковать, вещи эти? Сжечь с трупами, и дело с концом. Говорят, для установления источника инфекции. Хотя установишь тут, ага. Три да, раза да, да. С кисточкой. С кисточкой. Ну, начальству виднее. Ну, не знаю. Конечно, все кошмарно, даже, знаете, немного настроение от этого как-то вот понизилось. Я ж вот прочувствовал все это дело. Не, туда лучше не идти. Так что, вы смогли выделить такие люди? Похоже на то. Ну-ка. Давай пройдемся по факту. Что мы имеем? Прежде всего, в новых образцах отмечается явно выраженный моноцитоз. Действительно, этих не послушать. Образцы толком. С 317 по 323 поставлен моноцитоз. А если учесть, что поражаться в первую очередь должны именно моноциты? И до сих пор поражались. В предыдущих пробах из ядерных одни нейтрофилы. Вывод может быть только один. Эпидемия идет на спад. Но все же не будем торопиться. Проверим остальные, тогда и будем делать окончательные выводы. Угу. Вот немножко послушали поподробнее о вирусе. Хотя мне это толком, если честно, ничего не дало. Доктор, вы же знаете, я не медик. Поясните. Прошу прощения. Это у него что, на кастрюле такая? Первые два дня смертность составила 95%. Дайте. На третьи 25%. Дайте. Сегодня новых зараженных лишь двое. И у них болезнь протекает в легкой форме. Прогноз благоприятный. Как вы понимаете, в Москве этот вирус в естественных условиях так не куда мне идти? А в исконной среде обитания он способен и не выйти. Дольше. А, надо ждать. Так что это все значит? Это не простой вирус, а боевой. Измененный таким образом, чтобы в короткое время после заражения местности вызывать максимальную смертность населения, а затем становиться безвредным. Проклятие! Откуда же он взялся? Спросили бы, что полегче. Я слышал о разработках нового поколения. Так, может, пойти или послушать? Оружия. Именно на основе этого возбудителя. Послушаем немножко. Но вот откуда ему взяться сейчас? Через столько лет? Я-то знаю. Да, дела. Оружие. На всякий случай дам указание опросить сталкеров. Вдруг кто-то из них что-то притащил из прошлого. Ну да, конечно. Сталкеры. Не виноваты сталкеры, это виноват Лесницкий. И красные. Только я знаю правду. Надеюсь, меня за это не грохнут. О, кстати. Папка для бумаг. Карантин. Ну да. Нет, все-таки здесь что-то не то. Ладно. Идем. Проходите, проходите, здесь опасно. Я все понял. Опа, байкеры. Ну, точнее, бандиты. Дайте пройти. Необходимо прикрепить в установленном порядке. Проходите! Прохожу, прохожу. Так, идем, 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 идем. Да, ребят. Вы посмотрите, какой ужас тут творится.
Да. О! Ты ж елки. Вот пора. Говорили же, стоять. Че, не застрелили кого-то, что ли? Каждый день. А, не, они просто сигнал на предупреждение бросили. Опять бумагу переводить. Вот уроды, ну не могут без выборков. Да. Кошмар. Это просто кошмар. Это по-другому никак не объяснить. Так, а куда мне идти вообще, по сути? Куда-то туда, но тут не пройти. Никак. О, стоп, что это? Патроны. А там что? Там какое-то свечение. Кошмар. Что происходит? Что происходит? Да. Никогда не думал, что в метро... Проходите, проходите. О, господи. Ты испугал меня, чувак. Такой, вылезай, тут Сэм Фишер. Ох ты, сколько грибов-то, а? А что там? Артём, я здесь! О! Это кто, Хан, что ли? Рад, очень рад, Артём, что вы это со мной не заразились. Это Хан, смотрите, вы в бородке. Нам опять сказочно повезло. Впрочем, возможно, это судьба. Наверное, этот темный и впрямь последний. Мы обязаны спасти хоть его. Идем. Идем. Ну поймите, мне обязательно нужно вернуться. Обязательно. Там инсулин, она же не выживет без него. Купите еще, нельзя туда. Как же мы купим, если все там осталось? За него же Ганза дерет. Ну пропустите. Ганза предоставила вам убежище. Нельзя. Хорошее убежище. Я сказал, назад. Чтобы вы подохли здесь, да? Кошмар. Да. Беженцам повезло, что здесь оказались рейнджеры Томилина. Люди Корбута явно не ожидали пулеметного огня. Ну и что? Товар весь остался. Да, ребят, нас свалил. Защитить станцию ганзейцы сами не смогли. А я думал, но госпиталь для беженцев организовали. Возможно, это хоть как-то облегчит их участь. Ты мне погрызайся тут. Ну и что дальше-то? Что делать теперь будем? А что тут делать? В карантине сидеть. Не может. Как они придут за начальник запретил, давай да скажем, где, пусть собирают. Вот наш человек. Красные. Вот этого пропустить. На него есть разрешение. Да, они там надо. Так что, это только я пройду или кто? Что-то придумал. Или он может со мной пройти? А, оба могут пройти, отлично. Ну давай сейчас тогда. Тут ничего нельзя взять. Артём, путь нам предстоит не близкий. Так что пополни припасы и запас фильтров. Кто знает, когда еще удастся. Согласен. Нужны, нужны, нужны. Так, дробовик продаю, у меня его нету, поэтому смысл. Да, я согласен. Поэтому лучше действительно прикупить немножко. Так, назад. Посмотрим, что у вас из оружия есть. Приходи еще. Что до нас, что до беженцев. Так, обмен. Что я могу взять? Хельсинг. Есть ножи и метательные. Вот Хельсинг лучше бы взять. Для туннелей, гранаты, очень выгодная цена. Продажа. Не знаю, за сколько есть я могу продать. Лучшее средство от конкурентов. Не знаю, продать нет. Имеются мины по специальной цене. Давай, рейнджер, подходи. У меня все. За 46. Не знаю даже. Сколько там стоит Хельсинг, еще раз гляну. Ой, какой тюнинг. Обмен. Так, Хельсинг стоит... где там? Отличное оружие. 165, не хватит мне. Рейнджер. Не, чувак, извини, не хватит мне. Так, все это у меня установлено. Здесь все установлено. Нет, не все установлено. Так, давайте-ка еще патрончиков прикупим. Ну, пока. Заходи еще, поторгуемся. Ни контракта с ними не заключал подходи, никто. Рейнджер, даже подходи. На словах не обещали есть ничего. Есть отличные образцы. На что они рассчитывают-то? Да ни на что. Работа у них так, такая. Понятно. Ничего они мне толком не скажут. Так, а что здесь есть? Так, ножи. Не знаю, взять, не взять. Возьму места чуть-чуть. Места у тебя мало. Это я не буду брать. Еще раз патроны возьму чуть-чуть и все. Где-то так вот. Все. Счастливо. Погнали. Обрати внимание, Артём. Какие средства Ганза бросила на организацию карантина? А ведь деньги они считать умеют. Видно, хотят добыть лишний козырь для переговоров. Ну, возможно. Возможно. Так. Удачи в тоннелях, рейнджер! И вам удачи. Она вам понадобится. Хотя и нам тоже.
В другое время, в другом месте, случившееся могло бы изменить наши жизни. Но для нас существует лишь одно время, настоящее. И лишь одно место — метро. И наш долг — спасти его любой ценой. Нам надо спешить. Мне догонять Черного. Ане сообщить отцу о том, что творят Корбут с Москвиным. Все остальное — непозволительная сейчас роскошь. Так, сейчас надо кое-что глянуть. Открывай! Так. В полисе начинается мирная конференция. Соберутся лидеры Ганзы, Красной Линии, Рейха. Но я слишком хорошо знаю человека, Артем. Все бесполезно. Войны не избежать. Если не случится чудо. Я надеюсь, случится, потому что, сами понимаете, война это... Проходите. Само явление уродливо. И плоды, которые она приносит... Так. 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 Двигаясь по тоннелю, поезд с Черным мы уже не догоним. Но есть один вариант. Какой же? Порядок. В полис идете? Ага. Нет, открой межлинейный тоннель. Межлинейник? Но там же тупик. И опасно там. Тупик? Нет, это путь. Путь к судьбе, к будущему. Открывай. Да, Ханс что-то, видно, задумал. Идем, Артем! И что задумал, я понять не могу. Чего он хочет? Аккуратней там, с генераторами! Да, окей, окей. Так, здесь что, ничего? Тоже ничего. Никакой это не тупик, Артем. Просто случайный человек моментально заблудится в этих тоннелях. А еще больше в самом себе. И сгинет без следа, как это случалось не раз. Но мы здесь не случайно. Нас ведет судьба. Окей. Судьба. О, а что это за ветер-то, а? Не, давай ты иди первый. Ты как бы знающий человек, все такое. Все думают, что метро — это просто туннели, станции. Дело наших рук. Безжизненная и бездушная конструкция. Но есть в метро особое место. Там мало кто бывал, и почти никто не вернулся. Его называют «рекой судьбы». Потому что оно может переломить судьбу, смыть тину прошлого и открыть новое будущее. Я так понимаю, мне сейчас надо было пройти тогда. Я-то думаю, что он стоит там? Это пыль или песок? Я не могу понять. Может, пыль? А может, песок? Блин, не знаю даже, что это. Если в реку судьбы вступит человек... Всей душой, желающей получить этот шанс, река вынесет его в место и время, где можно изменить все. Изменить все? Ничего себе. Хан, ты, конечно, интересный человек, с загадками говоришь-то. Ну и что дальше, хочешь сказать? Помни, главное найти Черного. Это единственное, что надо просить у реки. Все понял, все понял. Метро... Живое существо, дышащее, обладающее душой и мыслящее. Но это уже слишком как-то сказано, если честно. Хотя, с Ханом тут и не такое можно увидеть, я думаю. Так, не, лучше ПНВ. Фонарь? А это... Ну и фонарь пускай будет. О-о-о. Да... Тесновато тут, конечно. Что здесь? О! Документ. Так, кстати, одну заметку не нашел на уровне карантин. Ну ладно. Подумаешь. Не выполняю достижение. Хотя там вроде бы не было его. Ну, такого, чтобы найти все записки. Хотя, могу ошибаться. Так, здесь ничего? Ничего. Здесь тоже ничего, кроме крыс. Ну, пошли. Тут надо быть настороже. Согласен. О. Здесь. Здесь ничего. Ах, тебя нет. Глухое место. Ничего себе глухое. Ты глянь на это. Ну, иди типа. Я за тобой. Спускайся. О, ох, ты как умеешь, а. Ничего себе место. Да, прикольно.
Ладно, давайте-ка на этом завершим часть. Что ж, с вами был я, Глеб. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.